Вертикальная женщина. Именно так назвала свою новую пьесу современный драматург Юлия Тупикина. В Курганском драмтеатре прошла читка пьесы. Юлия сидела в зале, наблюдала за игрой актеров и реакциями зрителей. Сами актеры признались, пьеса их глубоко поразила. Хозяйка брачного агентства «Вертикальная женщина» в исполнении Ларисы Эта не собиралась подыскивать новых мужей для своих клиенток. Ее задача была несколько иной – пересмотреть роль женщины в обществе. Ну и вертеть задом, вздыхать, закатывать глаза, всячески намекать на то, что вы слабы, женственны и как вам не хватает сильной мужской руки. После читки все восхищенные и несогласные могли открыто обсудить пьесу с автором. Драматургу интереснее всего люди и время, в котором он живет. Пересечение людей со временем – это и есть современная драматургия, призналась Юлия Тупикина. Мария Серова, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».